Необычную свадьбу устроили молодожены в Краснодаре. Оксана и Дмитрий Назаренко решили провести торжество в трамвае. Праздник прошел в формате иммерсивного театра, где всем гостям раздали роли. К слову, текстов никому учить не пришлось. Все происходящее было импровизацией. Единственная задача, которая стояла перед гостями-актерами – поженить пару. Судя по видео, с ней они справились на отлично.